друзья! Всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Друзья, всем привет! Выбрался я сегодня снова на охоту. Как же выходные не провести с пользой на природе, на охоте. Идем сейчас на вечерочку. Вот. Вот там будет наше место охоты на утку. Ладно, двигаемся. А вот и наша уточка, ребята, смотрите, как ее впечатало. О, вообще жестик. Сейчас помоем по красоте. Вот, вот по такой няше я забираюсь. Красота. Вот там вот впереди вода. Ну вот, пришли на нашу болотинку. Вчера, конечно, был экшен, тут еще. Вот здесь я вчера взял утку, пошел ее добирать. В итоге оказалась под ранком, я почти до нее дошел. Она поднимается и улетает. В итоге пришлось два раза стрелять. Вот, и добрал. Потом пошел обратно, налетает двоечка. Из них я выбиваю еще одну, и у меня... Мой Браунинг Авто 5, дедушка, отказывается стрелять. Просто вот пришлось вот до туда идти за подранком. В траве я его добрал, нашел. Чуть по чуть. Три уточки вчера взял на вечерочке. Так что ждем. Надеемся и верим, что и... Сегодня будет удачный вечерний лед. Солнышко уже у нас спряталось. Вот, ружьишко. Сегодня двустволочка. Браунинг отдыхает. Вот, будем ремонтировать его потихоньку. Гром гремит. Ждем нашей утки. Белые цапли. Любители этого болотишка. Уже второй. Вечер наблюдаю за ними. Вообще не боятся. Именно белая цапля. Первая приходит на болото. Вот. В последнее время их очень много у нас в Подмосковье. Именно белый почему-то. Они расселись на березах. А мы ждем утку. Цапель дурачок. Thank you.
Друзья, хороший фонарь на охоте. Это очень много значит. Для себя я уже с выбором определился. Вот. Это фонарь Армитек. Всегда найдешь битую утку. Вот. Всегда найдешь путь. На берег и до лагеря гром гремит. А мы с вами выбираемся по промокоду. Кстати, Петрович, скидка 10%. Так что рекомендую фонарь Армитек Wizard Про. Меня полностью устраивает. Фух. Так вот, выбираемся. Няшка, не няшка.